Важнейший элемент в портрете любого города – его достопримечательности. Жемчужина Ямала, приполярный Надым, несмотря на компактность территории, богат памятными местами. Львиная доля из них появилась благодаря градообразующему предприятию «Газпромдобыча Надым». Причем авторами уникальных арт-объектов зачастую становятся не именитые скульпторы, а сами газодобытчики. Поводом для такого творчества, к примеру, служит корпоративный конкурс на лучшее праздничное оформление филиалов компании, который проходит два раза в год. Благодаря одному из таких новогодних креативов на пороге 2016 года в Надыме появилась скульптурная композиция, которая впоследствии стала визитной карточкой города. Автором проекта выступил кузнец управления аварийно-восстановительных работ Ралиф Сафудинов. Когда я съездил в Салехард, музей Шимановского, зашел, увидел там мамонта и с удивлением узнал, что тот мамонтенок Люба, который найден у нас на Ямале, является самым сохранившимся в мире мамонтом. Я думал, ну почему у нас в городе как-то вот, ну, с мамонтами как-то никак это не выражено было. Предложил руководству своему, они меня поддержали. Конечно, большое им спасибо за это. Коллекция работ Ралифа Сафудинова давно перешагнула за сотню. Цветы, картины, лавочки, чего только нет. Многие его неординарные изделия стали настоящим украшением Надыма и Пангат. Но над таким монументальным проектом кузнец самородок работал впервые. Только по снежным скульптурам. На самом деле мне иногда как бы было жаль смотреть, когда проходит месяц, там полтора-два, и эти снежные скульптуры сносятся, хотя в них тоже там вкладываешься, там стараешься сделать красиво, чтобы все это с юмором где-то что-то получалось, с позитивным настроем. Но они недолго живут, там месяц-два максимум. И поэтому и хотелось сделать вот действительно что-нибудь такое, которое может... Ну, на долгие там десятилетия, там что-нибудь такое. Ну, и желательно такое объемное. Уголки, трубы, швеллеры, косынки, так называемый производственный мусор, превратился в шедевр. На создание композиции ушло больше месяца. Чтобы конструкция простояла долгие годы, металлический каркас облепили 4 тоннами бетона. Бивни мамонтов изготовили из металлической трубы. На достижение реалистичности цветового решения израсходовали более 20 килограммов краски 4 тонов. В итоге получилась милая семейка древних гигантов – мамы с мамонтенком. Общий вес величественных фигур составил почти 5 тонн. Высота большей – около 3 метров. Габариты не случайны, выбирались под размер ворот в кузнице. Размеры, конечно, там были большие, тяжело было скакать вокруг него. Тем более там внутренний каркас, получается, рама из металла, а сверху оно, ну, как пескоцементным раствором, бетоном, все это потом заливается. Там каркас, этот скелет стоит, ты уже должен как бы представлять, где у него там руки-ноги будут, там локти, горб, хобот. Помогали тоже ребята, помощники были. То есть это не я сам один, конечно. Это все-таки многотонная конструкция такая получилась. Некоторое время железобетонная семейка мамонта простояла у ворот управления аварийно-восстановительных работ. Затем коллектив надымских газодобытчиков решил сделать подарок горожанам и установил скульптурную композицию на въезде в Надым. С тех пор у милой парочки нет отбоя от желающих сфотографироваться на память. Но на этом история не заканчивается, продолжение следует.